Роман Вобликов родился в 1995 году в семье военнослужащих. Учился хорошо, любил играть в футбол. После окончания школы решил продолжить дело семьи и поступил в Высшее московское общевойсковое училище. В апреле 2022 года отправился в зону СВО. Через два года героически погиб, выполняя долг. В память о Романе Вобликове в Самаре открыли мемориальную доску и парту героя. Разместили их в холле школы номер 129, где учился Роман. Я вела у него историю. И знаете, иногда, когда я задавала вопросы и спрашивала, это был 2013 год, кто-нибудь из вас хотел бы уехать за границу? Да, дети поднимали руку, они говорили, что мы хотим там жить. И Роман всегда возмущался этому и говорил, как вы так можете? Вы живете в России и хотите уехать в какую-то другую страну. О любви Романа к родине говорят и его друзья. Он всегда хотел защищать свою страну и своих соотечественников. А он так и говорил, то, что это долг, во-первых, это офицерский долг. И он прекрасно понимал, что идет не за себя, идет за свой дом, за свою родину. И у него именно такой подход к делу был. На открытии мемориальной доски были близкие родственники, друзья и учителя Романа Вобликова. Все они почтили память военного и возложили цветы к его портрету. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.